Въезд только по пропускам. Третью неделю в Чебоксарах действуют ограничения на передвижение больших грузов. Чтобы ездить по городу легально, необходимо получить спецразрешение. Однако не все перевозчики действуют добросовестно. Сегодня сотрудники ГИБДД задержали очередного нарушителя. От кольца энергозапчасти до пересечения Фучика и Богдана Хмельницкого. Гонка преследования в несколько километров. КамАЗ, груженный песком, и экипаж ДПС. Поймать беглеца удалось. У водителя не оказалось разрешения на проезд по Чебоксарам. А вы что закрываете руками? А вы кто? Пресс-карту, пожалуйста. Вот так представитель частной фирмы спасает своего сотрудника. Здесь, на Ваторском шоссе, водителя большегруза все-таки остановили и заставили взвеситься на передвижном пункте весового контроля. Оказывается, грузовик разрешенные параметры не превысил, и водитель получил суточное разрешение на проезд по городу. Такие нарушения пресекают. Не все водители добровольно оплачивают. Мы стараемся, чтобы водители не нарушали. И предупреждаем водителей о недопущении нарушения. И что для того, чтобы они приобретали все-таки разрешение. Потому что эти деньги пойдут в бюджет города. И в последующем будут потрачены на ремонт дорог. На въездах в Чебоксары работает 5 стационарных пунктов весового контроля и 2 мобильных. Ограничения продлятся до 18 апреля. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Андрей Спиридонов. Республика.